Смотрите, какая у него ловушка, вы посмотрите. Вот опять просто чел, он опять его убил. Дай мне 100 рублей, мне нужно на владельца. Ой, блядь, все пизда. Сумма 100 на владельца. Подтверждаю. Все, успешно принял. Чёртова смс, наконец-то. У тебя префикс появился, зачем ты кикнул обычного человека? Иди нафиг, мне это нравится делать. Тебя нужно лишать привилегий. Это я тебе сейчас решу привилегии, дурак, блядь. Ты меня не решишь. Верни, долбоёб. А сейчас... Верни на привилегии, блядь. Я еще засуну в тюрьму сервер. Он понял? О. Смотри, ты просрал деньги 500 рублей. Заходи на сервер! Всем бесплатная админка! IP в описании ролика. Дорогие друзья, всем привет! Хочу сказать, что вот с виду вроде бы обычный дом, да? Хотя необычный, красивый, большой, вроде без алмазов. Но, знаете, я наблюдаю за одним человеком. Не знаю, мальчик это или девочка, но думаю, мальчик. Вот он, смотрите, какая у него ловушка, вы посмотрите. У него здесь ворон, если что, не бойтесь. Я вообще в инвизе, меня не видно. Давайте еще вот так выкинем для правоподобности. У него здесь воронки. Он пишет, он тут пишет... Дай, дам алмазы, вещи, бесплатно, ты бы ко мне. То есть он уже так одного... Вот, даже уже админ сюда телепортировался, смотрите. Ну сразу, у нас, понимаете, администрация такая хорошая, она сразу телепортирует, смотрит, что как происходит. А вообще, он сразу убивает людей, которые к нему тпшат. То есть они сюда тпхаются, он их бьет, и они так улетают. Пока что-то чел замер. Вот, Лукайн. Топчик, смотрите, кто-то телепортировался. Вот, он его ударяет, топчик летит, умирает, все, ресурсы в воронке. Вот тут только на краю воронки они остались. А, нет, воронка. Они падают в воронку. Они туда складываются. Смотрите, он спускается вниз. Кстати, у меня звука нет, да? Подождите, минуточку. Где музыка-то? Мьюзик. Все, вот. Вон так, он поднимается. Он собрал вещи, поднимается. Смотрите, видите, да? Компромат. Здесь сразу админы прилетели. Вот, админ какой-то, Найк, не знаю. Так, он, ну сразу, да, он начинает его бить. Только он его ударил. У него выключилась креативка. Вот, человек... Складывает вещи. Вот, все, он оттуда стырил вещи, сложил себе, пожалуйста. Зузу, теперь посмотрим. Да, Зузу, ты мне, конечно, выпуск помешаешь снять. Пожалуйста, только не бань. Дам алмазы, вещи, бесплатно ДБ ко мне. Видите, какая схема у него? То есть человек вот так вот делает. Хоть бы мне никто ничего не испортил с выпуском, потому что не надо бы его банить. Потому что я его должен наказать, снять. Вот, Вольфмен какой-то телепортировался. Вольфмен, бей его! Его тоже ударили! Его тоже ударили! Он всех убил! Так, ну где он появился? Где? Где он? Вещи-то! Но вещи-то воронки, понимаете, в чем фигня? Они в воронку не зайдут! Это... А как он воронку лам... А как он это все делает? Смотрите, еще один грифер. Он еще один... Это то... Но он же ворует чужие вещи, так же тоже нельзя. Смотрите, что он сделал. Смотри, ну это грифер, я считаю, так делать нельзя, баним его. You cannot ban this player. Я понял. Это владелец, смотрите, его просто съели. Его замучили просто, понимаете? Я понял, у него здесь привата нет. У него привата здесь просто нет. Он опять, тут-то есть, а тут же глубоко, он не может туда. Он забыл там приват сделать, у него воронки все своровали. Я думаю, с ним нужно связываться и, собственно говоря... О, смотрите, просто чел, дебил, вицы верни. А, это, наверное, вещи верни. Что здесь происходит, господи боже мой. Ребят, подождите, я икаю. Ребят, надеюсь, я проикался, вот он просто поднялся. Смотрите, у нас чувака замутили. Просто чел-то тут, видим, кого он убил. Так, смотрите, давайте попробуем тоже это сделать. Смотри, как... Смотрите, главное... Смотри, вот опять просто чел, он опять его убил. Очень много людей ведутся на его слова. Давайте попробуем так. Я был все это время в ванише. Выпиваем водичка. Ведро молочка. Пишем ему кол. Выключаем ГМ. Пишем кол. Как его там ник? Свифт. Пишем кол Свифт. Давайте ждем. Ждем. Давайте, я не знаю. Еще раз кол Свифт. Почему он не принимает? Все? Наубивал? Напоубивался? Вот, я его дома. Смотрите, он просто стоит. О, он... Все, я телепортировал. Все! Я убит. Все! Да, получилось! Он меня убил. Респаун. Респаун. Твою мать, где я? Так, я на спавне. Так, респаун. А теперь будем с ним связываться. Погодите. Я вроде там хоун ставил. Я вроде там... Да, потому что я же снимаю его, я же ищу. Хома здесь уже поставил.
Давай это. Верни вещи. Давайте будем устрочить верни вещи. У нас... Случилось, он ответил. Витя 2000 его скайп, он меня даже бьет. Погоди, не бей меня, Витя 2000 скайп. Все, связываемся, нет времени объяснять. Связываемся, ребята, с ним, все. Звоним, 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 звоним. Не берет, звоним. Алло, алло. Да, скинь мне 100 рублей, мне нужно. Какой... А то мамка не дала от обеда. Зачем тебе 100 рублей? Ты что здесь вообще устроил? Ты пол сервера поубивал, что ты делаешь? Мне нужно на владельца. Быстро скидывай. Ты чё? Какого владельца? Ты меня убил, вещи верни. Мне не хватает 100 рублей. А ты чё? Ты опять меня убил? Мне без разницы, скидывай. Да чего тебе не хватает 100 рублей? Да чего тебе не хватает 100 рублей, говорю? Да, мне не хватает до владельца. Какого владельца? Какого ещё владельца? Донат. Посмотри. Донат? Да погоди, не бей ты меня, я тебе ничего не скину, если ты меня будешь бить. Давай быстро! И зачем тебе владелец сервера? Чтобы всех гриферить! Зачем? Ты для этого хочешь получить владелец сервера? Это весело! А, то есть ты хочешь владелец сервера, чтобы всех гриферить? Да! А почему 100? Он же 500 стоит! Так у меня 400 есть, у меня мамка больше с обедов не дала. На обеды, то есть. Ну, а куда скидывать? Давай я скину. А ты мне вещи вернешь? Да, верну. Ты меня убил здесь в этой ловушке своей. Ты вернешь мне вещи, точно? Ну, точно. Обещаешь? Я тебе сейчас скину мой кошелек. А у тебя Яндекс, Киви, Вебмани, куда? У меня Киви. А куда, в скайп скинешь? Да, я тебе в скайп скину. А, ну давай. Ты точно вещи вернешь? Точно. Сейчас буду кидать. Так, Киви, говоришь, да? Сейчас переведу 100 рублей. Давай быстрее, ты точно? Так, номер 7963, точно вроде твой номер. Сумма 100, счет Киви. Комментарий на владельца, да? Давайте так назовем. Подтверждаю. Все, успешно принял. Так, и тут я тебе перечислил деньги, давай, верни мне ресурсы. Сейчас верну, не бомби. Я не бомблю, я тебе 100 рублей. Я куплю, потом тебе верну. Давай, ресурсы возвращай. Так, сейчас захожу. Сайт sergiocraft.ru. Телефон. Чёртова смс-ка. Наконец-то! О, у тебя префикс появился. О, все, я тебе подсобил в покупке. Ты купил. Все, ты с привилегией. Верни мне ресурсы, пожалуйста. Нет. Я тебя убью. Да хорош убивать. Ты теперь владелец сервера. Тебе вообще нельзя убивать. А, так, теперь. Ты что сделал сейчас? Я это поехал, а что надо было делать? Ты чувака убил сейчас. Зачем ты к себе сейчас чувака телепортировал? А что там? Ой, блядь, всем пизда! Кому? Только сейчас вся пизда. Блядь, все покикаем. Ты что творишь? Вот так вот, кого блядь ты кикнул? Зачем ты кикнул обычного человека? Молчи, блядь, дурак, блядь. За что ты второго зачем кикнул? Что ты делаешь? Ты двух человек уже кикнул. Что ты творишь? Да мне пофиг на тебя. Ты понимаешь, все, ты нарушаешь уже права сервер. Тьфу, да ты мне без разницы на тебя. Ты зачем забанил человека? Зачем ты кикнул? Иди нахер. Ты просто сервер портишь, банишь и кикаешь уже, да, понимаешь? Молчи. Ты уже ты третьего человека кикнул, зачем? Надо! Мне это нравится делать! Ты сейчас пол сервера у меня закикаешь, забанишь. Чё ты творишь? Да мне пофиг на тебя! Всё, так, тебя нужно... Сервер! Понимаешь? Тебя нужно лишать привилегии срочно, причём. Это я тебе ещё лишу привилегии, дурак, блядь. Ты ебал. Я понимаю тебя, да. Как там твой ник? Никак, блядь, не скажу. Ага. Плеер. Блядь! Все, я лишил тебя привилегий. Что такое, блядь? Я тебя лишил привилегий. Ты где, дружище? Это хуйня, блядь, верни, долбоёб! Нет, все. Ты знаешь, что я создатель этого сервера? Я лишил...
А сейчас... Денис, на привилегии, дебил, блядь. Я тебе ничего не верну, а сейчас я тебя еще засуну в тюрьму сервера. Свифт. Это я тебе сейчас в жопу в мою суну, понял? О, я тебя засунул в тюрьму сервера, Грифер называется тюрьма. Ой, смотри, Грифер. Смотри, ты просрал деньги, я тебе так скажу, 500 рублей. Потому что ты все, ты начал кикать всех, банить так уже нельзя. Это уже было изначально, я специально туда добился. Есть доказательства, ролик, и вообще можешь, не знаю, сказать всем привет на ролик. Вот, ты в тюрьме на спавне сервера. Да, я попал. В тюрьму на спавне, ты меня вообще понимаешь? Нет, ты в тюрьме на спавне. Все, вернись. Все тобой могут полюбоваться. Ты тут не можешь прописать ни одну команду, ни хоум, ничего ты не. Давайте еще, еще вот так вот сделаем. На время. Да, все, на 2 часа тебя кинул сюда, все. Все. Вот теперь ты не сможешь отсюда ничего прописать, все. Попрощайся, попрощайся с привилегией, дружок. Сам попрощайся. Все, давай, пока. Таких куда? Как ты. Куда, куда? Ты все, ты нарушил сервер, все. Ты права все нарушил. Это ты нарушил, молчи. Я ролик снял, все, давай это, ты в тюрьме теперь посидишь. Не выкладывай. Конечно, даже побольше давай дадим. 3 месяца, вот. Такие нам нахер не нужны. Давай, пока, сбрасывай скайп, друг. Дорогие друзья, все, человек помещен на спавн, значит, тюрьма сервера Jail. Вот, пожалуйста. Он здесь теперь не сможет написать ни хоум, ни спавн, вообще ничего, ни ТП, никому ничего, у него привилегий теперь нету, я его лишил привилегий, его глупый ник, он больше ничего сделать не сможет, поэтому, кто хочет, заходите на сервер, полюбуйтесь на этого плохого человека, вот, она находится, тюрьма на спавне, прям вот спавн, он находится на ней, поэтому мы сюда будем сажать всех гриферов, и поэтому всем спасибо, заходите на сервер, опи в описании ролика, и прям здесь будут куча гриферов, о, он звонит опять, нет, все, до свидания. IP в описании ролика, всех ждем. Пока, ребят.